Конкурс проводится в рамках проекта «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции на территории Сочи». В нем приняли участие подростки из 8 школ Центрального и Хостинского районов. Жюри предстоит выбрать самого лучшего волонтера и лучшую волонтерскую пару. Они прошли обучение в городском отделении Красного Креста 8-часовое, и сейчас стали они уже равными инструкторами, которые обучают равные инструкторы, то есть равный обучает равного. Дети, которые сегодня присутствуют здесь, и участники конкурса, они обучились сами и провели в образовательных учреждениях города, не только в своих, но и других учебных образовательных учреждениях, не менее 4 сессий. Вот, и они поэтому могут сегодня участвовать в городском конкурсе. В итоге лучшим волонтером стал ученик 23-го лицея Александр Еременко. Он же стал одним из победителей в номинации «Лучшая волонтерская пара» вместе с Денисом Специальным. Он ученик 5-й гимназии.